Данила, почему не показываешь свою девушку? Ну, зачем? Во-первых, бля, она сама не хочет. Я запорол квест, но во-вторых, и я придерживаюсь такой позиции, то что вот смотрите, многие, кто в медиа тусовки, вот они ссорятся на показ, расстаются, это все на показ. И аудитории много вопросов, постоянно какие-то там нарезки, что-то обсуждают. Но мне это вообще не нужно. Ну, типа, мне нахуй. Игра, вот смотрите, есть спеллбар, и из-за того, что 4К, типа, игра ломается. Не должно никого касаться, вот. Можно увеличивать фейс, я вот растягиваю, а он просто пропадает. Вот, сейчас я люблю тишину, грубо говоря. Я вообще колдовать не могу. То есть вы ничего не теряете от того, то, что не видите, а я по большому счету только в кайф. Мне самому так только лучше и проще. Не то чтобы я ее прячу, но я считаю так то, что правильнее. Она ей все равно на медиа на всю, чтобы вы понимали, она, наверное, вообще не видела толком ни одного моего стрима. Она даже. У нее твича нет на телефоне, чтобы вы понимали. То есть она вообще, ну, не шарит. Давай. Поэтому. Ну, неохота, зачем? Даня, сколько у тебя типа? Про 9 ждал. Я денег.